Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Kazoku Family и мой новый гость Персик. Познакомьтесь с ним. Здорово, ребята, я Персик. Короче, чтобы все было интересно, я решил сделать такое вот маленькое театральное постановление. Надеюсь, оно вам понравится. А мы, в принципе, приступим проходить Summers End. Тут уже чуть-чуть осталось. Всем приятного просмотра. С вами Персик и Kazoku Family. Надеюсь, вам понравится этот новый видеоформат. Так что приступим. Так, в прошлый раз у нас эта девушка думала о поцелуе с той чекулей. Так. А мы посмотрим, что же будет дальше. Ну да, она не могла уснуть. Про тот поцелуй. Да, естественно. Не видела, как мама и папа целовались. Ну, бывает. В кино многие кто целуются, да. Ну да, взять и поцеловать. Тебя же, кого ж еще. Ой, ребят, подождите, мне кое-что нужно проверить. Я сейчас кое-что быстро проверю. Извиняюсь, я забыл еще выключить этот. Сейчас. Так. А музыка тут, конечно, прикольная, согласен. Так, ну вроде бы. Я почти все проверил, все, что мог. Сейчас быстро еще кое-что проверю. Так. Сейчас, секундочку, ребятушки. Просто тут мне нужно выключать этот. Wi-Fi. Чтобы батарея фонарика не садилась. А мы возвращаемся к нашим, как говорится, этим приключениям. Так. Что-то не в ту сторону яркость пошла. Во. Надеюсь, персика видно. Я же этот фонарь ослепил. Да понятно, что она тебя поцеловала. Так. Можно, в принципе, здесь скрин сделать. Надеюсь, получилось. У нас, походу, до сих пор дождь херачит. Так. А во сколько мы примерно начинали? Наверное, 9:20, 10 минут уже, наверное, прошло. Наверное, 8:20 примерно и закончить надо, да? Персику тоже интересно с нами смотреть. Да, интересно. Персик вообще топ будет для канала. Хоть какое-то разнообразие для канала. Так. На работу типа. Не успела даже позавтракать наша героиня. Да, ветер походу опять. Ну, естественно, ты опоздаешь. О, вот и офис. Джоуи. Ну, перевод, кстати, нормальный переводчика. Целая куча работы. А у нас херачит дождь. Он нас не возьмет. Целый день дождь херачит, я в шоке. Передышку. А, столько суеты. Так, подожди. А я могу чуть текст увеличить? Мне просто не нравится, что очень медленно текст передвигается. Да вроде бы нет. Что еще так увеличить? Мне, блядь, все равно за авторку приходит, блядь. У меня на прошлое прохождение авторка пришла, не знаю. Выреза... Музыку тут не вырезаешь, она постоянно тут, а без музыки это жесть. Кушать не собираешься. Это такая монотонная музыка, это жопа. Ланч. Что-нибудь горячее и свежее. Туду, 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 туду. О, новый фон, не было вроде его, довольно прикольный фон. Да не должны цены кусаться вроде бы. Туду, туду. Не, ну рисовка художницы, мое почтение, довольно классно. В принципе. Туду, туду. Капец, надеюсь, завтра дождя не будет, а то капец, хрен выйдешь куда. Я еще представляю, сколько комаров будет. Не думал, что уже в таком месяце комары повылезают. И мухи. На персик. Да, ненавижу комаров и мух. Так. Анемия у сестры. Свинины и говядины. Туду, 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 туду. Угу. Она не выспалась. А, из отдела. Чё, ответит, кто-то есть? Ну давайте ответим, кто-то есть, потому что она же вроде пытается с этим замутить Сэм. Чего? Он про очки спросила, она... Что ответила? Миссис Тхам. Загадка. Ха. Ага. Господи, о чем они болтают? О книгах. Уся? Приключенческий жанр китайского фэнтези. Уся. Прикол. Уся новелла. Китайская фэнтези. Уся. Прикольно, я уже стану как этот. Зубарев изучение китайского. Уся-муся. Да, персик? Уся-муся. Так. Туду-ту-туду-туду-туду-туду. Бля, ну эти помехи это жестко вообще. Каждый раз. Из-за видеокарты нетбука просто. Ну хоть что-то, хотя бы мы можем общаться, ребят. Это гораздо главнее. Еще неудобно постоянно мышку клацать. Фух. Иммиграцию. Нафиг нам эта иммиграция? Она же ответила, пока нет. Понимаете, тут сюжета никакого. Что? Договор о передаче Великобритании и Гонконга под управлением китайской провинции, что ли? Пиздец, дождь сильный. Просто жесть. Уезжать. Блин, если бы так все не тормозило, я бы, конечно, бы прочел ее быстрее, а так как она тормозит. Купить дом. Офигеть, я просто видел у одной стримерши, она проходила эту новеллу 11 часов, просто охереть, 11 часов, ребят, это читать, офигеть просто. 11 нахрен часов. Может тут две концовки, я не знаю, или одна. Надеюсь, одна, хэппи-эндовская. Блин, хочу кофе поставить, попить. Я не успел кофе поставить, я как пришел, чтобы запустить прохождение. Может музыку какую-то на фоне поставить, пока вы меня ждете. Хотя стрёмно, авторские права опять же. Ну сколько можно? Поела, уже сколько? 20 минут про поела рассказывать. Тут вообще никакого, считай, сюжета, блядь. За что деньги тратятся? Нам, блядь, в Стиме стоит 360 рублей, по-моему. Цены, конечно, на Steam игры поднялись, капец. Ну, блин, просто за новелку почти 400 рублей, это жестко. О, айфоны одинаковые, да что такое? Офигеть. Мало того, что тут мелкий текст, так еще Давайте вы пока музон послушаете, а я поставлю, наверное, кофеек все-таки. Потому что я чувствую, что мне захочется попить. А вы пока с персиком потусуйтесь. Да, ребятки, потусуйтесь со мной, йоу. Сейчас, ребят, я подойду. Короче, ребят, я поставил время на чайник. Ой, бля, прикусил, сука, губу, блядь. Ай. Больно. И решил перекусить этой булочкой. Я не знаю, из дома, наверное, вообще не выйду. Дождь усилился, блин. Бля, почему тесто застревает не там между зубов, а? Особенно тесто от булочек, это вообще капец. Капец, дождь усилился. Просто кошмар. Да, персик. Да. Персик тоже недоволен. Недоволен. Так. Но мы продолжаем. Согласен. Я надеюсь, вы слышите эту жесть. Угу. О, это она куда-то отправилась. Нифига себе, матроска прям. Сходить к подруге. Хм. Правда, я ничего не слышу. Надо сейчас попробуем. А, звука нету опять. Ну окей. Хм. Офигенный комментарий от мамы про юбку и нижнее белье. Капец. Хм. Брюки. Офигеть. А если жарко? В людном месте. Вот именно, она же говорит, в жаркие дни все так одеваются. Во-во. Должно быть свободно. Ужин. Где звук вообще? Куда звук пропал? Дайте мне звук. А то есть звуки, нету звуков. Ну, естественно, она соврала маме. Так. У нас в легкий ветер дул. Отличный план. Мини-магазинчик. Бля, мне кажется, надо немножко осветить. Опять один и тот же фон показывает. А куда она ушла, если у нее магазин не работает? see. Здание выглядит одинаково. И куда мы пойдем? А, это всесилие. Офигеть. Нифига она круто одета, конечно. Я ее тоже не сразу, эту всесилию, заметил. Так. О, она даже очки одела уже, очочки. Маджонг. С бетонной стеной. Да, я бы устал эту бытовуху читать постоянно просто. И если бы еще все так не глючило, не тормозило. О, Сесилия набрала сообщение. Подождать ее в магазине. Капец, сколько одинаковых фонов. Я манал, всего одинаково. кино какое-то включить. Обычный трудный подросток. Виниловые пластинки тут были. Интересно, интересно. Десять лет они знакомы, офигеть просто. Ну то есть вот это Сесилия Сэм. Уа, вот что значит. Будь здоров, Казаку. Спасибо, Персик. Так, короче, из-за того, что окно открыл, ветер-то сюда дует. Так, может перезаписать тогда сцену поцелуя. Так. Я, наверное, пойду залью кофе, ребятушки. Вот. А вы меня тогда обождите с персиком. А я тогда подойду. Так, я вернулся. Персик был с вами, а я пришел с кофейком. Угу. Пора. И опять монотонная музыка, охренеть просто. Ну да, она сваливает. Такая же банальная новелла. Согласен, Персик. А, она что, ревнует типа Сесилия? А, но отрицать мы этого не будем, наверное, не ответим просто. Смелее быть. А с чего она решила, что та гордая? Она нифига не гордая. Чао, какао. Так. Полчаса. Мы будем полчаса ждать Сэм. Якс. Я бы на ее месте сам бы диски продавал, но правда, если бы там цена была указана, почему бы не попродавать? Капец. А, все-таки успела, да? Сэм, наверное, да? Естественно. Так. Так. О, прикольно. Прикольно выглядит. Конечно. Кого принесла? А, рубашку. Но это мы знаем. Уехать. А она не могла ей сказать, где она находится, нет? Ну, спрашиваю ее, куда она. Ладно. Ловучий рынок морепродуктов и ресторан с ними же. И куда, интересно, они едут? Надолго. Фу. Так, я, наверное, скрин сделаю и здесь. Там уже для себя решу, какой оставить. Сейчас я себе водичку оставлю, а кофе оставлю остывать. Пить охота просто. Поездку. Поехали, чё? Куда мы там поедем? Нет. Океан. Нифига себе. О, а вот это прям четкий этот скрин. Мне тоже нравится. Согласен, персик. Тоже довольно круто. Куда они дальше поедут? А, дальше поедут просто, да? На кладбище? А, она, наверное, поехала. Да ладно. А вот это реально красивый вид. Цинмин — китайский праздник поминовения усопших, даже так. Понимаю. Нифига у нее отец какой. Мистер Вон. Не один рождения у ее матери, понимаю. Больная тема для кого-то, реально. У кого нет мамы. Даже у Персика нет мамы, да? Да, и у Персика нет мамы. Ну ничего, Персик все хорошо. Кстати, Персик музыкальный, да, по-моему? Можешь ты со мной играть, можешь гладить и ласкать. Я хочу всему учиться, не лениться, а трудиться. А потом буду бегать за хвостом. Вот такой у нас Персик, да, Персик? Дрик-дрик-дрик. Да, Персик такой. Так, сколько там? Ну, скоро уже закончим, ребят. Мишель плачет. Офигеть. Бывает. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, свет приходит внезапно, согласен. Сейчас посмотрю, кофе остыло. Угу. Остыло. Так. Смириться с потерей, ну да. Поехал домой ее отец. без нее. Ой, без него. Пока-пока. Возьми себя в руки, дочь самурая, от края до края. Так. Так, ну чё, давайте посмотрим, что там по сохранению можно сделать. У нас новая галерея открылась вообще, давайте посмотрим. Опа. То есть получается... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 картинки еще, серьезно? То есть 8. 6 и 8, 14, 14,8. Ну да, 22 походу. Хака — одна из южных китайских народностей. Видимо, и такое бывает. Ладно, давайте, в принципе, на этом остановимся. Вот на этом моменте. А всем до скорого. С вами был Kazoku Family. И, конечно же, персик, дорогие дамы и господа. Не забывайте ставить лайки, комментарии. И мы с вами увидимся уже в следующих прохождениях. Мы стараемся. Делайте лайки, ставьте лайки, комментируйте, приглашайте друзей. А всем до скорого. С вами были Kazoku Family и Персик. Всем пока-пока.